Это наша народная славянская мотанка. Это первая куколка. Магазинов раньше не было, особенно в деревнях. И вот первую куколку, которую делали бабушки ребятенкам, это вот из остатков каких-то там обрезочков или одежонки какой-то нарезали. Самое простое. Мотанка она называется, потому что ее делают без нитки и без иголки. Нет, вернее, с нитками, но без иголок. Просто мотали нитками. И поэтому маленькие девчульки уже начинали это мотать. Было совершенно безопасно. Да и иголки были дорогие. И сейчас они в моде. Мотанок великое множество. Кто на палочке мотает, кто на березовом венечке мотает. Ну, а я делаю вот самую простую. Начинаем мотанку делать. Вот я же говорю, квадратик вырезали. И в квадратик либо кусочек синтепона. Нет, синтепон, кусочек ватки возьмите. На середочку кладем просто. Вот, ну, примерно у нас тут будет середочка. И краешки вот так соберем все. И вот это вот наша будет голова. И мы ее сейчас должны намотать. Она же у нас мотанка. Вот мы с легким движением руки сейчас ее. Голова готова. Берем два противоположных уголка. Вот видите, да? Это у нас будут ручки. Мы подогнем уголок чуть-чуть. И из этой вот тряпочки сформуем такую немножечко ручку. И также начнем мотать. Вот это у нас будет одна ручка. Теперь второй уголок берем. Также вот загнули самый уголочек-то. И чтобы немножко вот эти ниточки внутрь ушли у нас, еще одна ручка вышла. Вот видите, у нас уже получилась такая штучка с двумя ручками. А вот на этих кружочках, вот видите, они у меня один побольше, один поменьше, мы найдем середочку и сделаем из этой середочки, только сильно не надо надрезать. И вот в эту дырочку мы сейчас эту мотанку и засунем. Одевайся, юбочка. И теперь мы там поправим все ручки, чтобы так это понарядненько, поаккуратненько было. Мы первую юбочку тоже возьмем и примотаем маленечко. А теперь мы одеваем вторую юбочку также. И опять делаем маленькие надрезики. И опять берем ниточку. Нитки самые тонкие не берите. Ну, хотя бы двадцатку. Мне вот ирис. Но мы сейчас с вами фарточек давайте сделаем. Задираем наверх, вот видите, на голову. И тоже мотаем. Это тоже квадратик, разрезанный пополам. И если есть время, вот возьмите иголочку и сделайте вот тут вот такие, как бы сказать, махрушечки. Ну, а покрываем самым простым образом. Куколька, пошли наряжаться. Вот 5 минут прошло. Наша куколка-мотанка готова. Занимайтесь, показывайте детям. Это наше, родное. Пусть дети тоже знают это все.